Смотрите же, теперь Хакумену не пробраться сквозь барьер. Ему не преодолеть стены, не пролетев поверху, не прокопавшись снизу. Вы поймали меня, Фатоску. Люди и духи! Настало время положить конец этой долгой битве. Мы превратим это место в могилу Хакумена. Вперед! Прочь от меня, плебей! Силы самообороны! Озвучено и переведено проектом Anistar.ru. Перевод Star Team. Anistar.ru представляет Ушио и Тора. Приятного просмотра. Эпизод 38. Конец. Глупые людишки. Это же снежные духи. Просим прощения за опоздание. Спасибо, что пришли. Эй, ублюдки! Только посмейте тронуть мою добычу! Ребята! Ребята! Ушио, когда мы зашли так далеко, я наконец-то понял. Я понял, почему копье зверя выбрало именно тебя. Почему Нагата Бимару сражается бок о бок с тобою. Будь у нас лишь копье зверя, этого бы не хватило, чтобы одолеть Хакумена. Но ты, сражаясь, создал множество крепчайших дружеских уз. Твои старания не были напрасны. Внимание, посмотрите, пожалуйста! Началась контратака против Хакумен Номано. Бояться больше нечего! Повторяю, Хакумена можно больше не бояться! Ушио! Асако, хватит отчасти светиться, иди принеси онигири. Да? Какой же ты все-таки странный. Все наши соседи уже давным-давно за границей, потому что думали, что Япония потонет. А ты остался здесь, еще и работаешь, не покладая рук. Нет же, очень многие здесь остались. Очень многие остались, чтобы помогать людям. Или же не смогли бросить своих родственников в больницах. Здесь еще очень и очень много людей. Как мы можем называться рестораном, если не будем готовить для них всех? У меня замечательный муженек. Мы тоже стараемся, Ушио. Стараемся изо всех сил. Я тоже, Ушио. Онигири готовы, папа! Почему? Страх людей этой земли передо мной начинает пропадать. Когда? Когда же все пошло не так? Мне было суждено править этим миром своей непревзойденной мощью. И когда же я допустил ошибку? Они. Это все они! Энергия этих двоих объединила людей и духов. Вот так. Моей ошибкой было то, что я не уничтожил их сразу же. Смотрите, Хакумен разрушается. Но... Это... Что-то не так. Бегите! Скорее! Убирайтесь от барьера! Всем назад! Всем отрядом отступаем!
Это же ядовитый туман. У него еще остались тузы в рукаве. Несмотря на то, что мы сумели сдержать Хакумена внутри барьера, он начал выделять какой-то непонятный ядовитый газ, создав при этом огромное облако. В настоящее время ни люди, ни духи не могут проникнуть внутрь барьера. Господин Ушива. Господин Тора. Чего? Они остались там? Тора, ты как? Да нормуль. А ты? Странно. Я не уверен, это из-за копья или из-за брони, но я тоже в порядке. На самом деле, во мне сейчас растет мощь. Вот как. Я тоже это чувствую. И эти ребятки тоже. Все живы, как я и думал. Кажется, что мы связаны узами судьбы. Но эти узы скоро порвутся. Уже! У вас, людей, есть такая штука, драка один на один, да? Конечно. Ну тогда? Ну тогда мы сразимся с Хакуменом. Да. Один на один. Я знаю, о чем вы думаете. О том, что я стал меньше. Что я стал слабее. Да, так и есть. Ты едва ли треть от прежнего размера сохранил. Я специально принял эту форму, чтобы лично уничтожить вас двоих. После того, как покажу вам свою настоящую силу. Чего? Мой первый хвост — туманный монстр Шумуна. Второй хвост — Кураги. Третий — Товако. Четвертый — Аякаши. Пятый и шестой — созданы из Хиё и Кокуен. И узрите же. Седьмой и восьмой хвосты! Они сражаются? Господин Ушио и господин Тора живы! Но если они ограничили лишь площадью барьера, то Ушио и Тора нет и шанса на победу. Этот хвост словно буря и молния, а тот словно копье. И это была ваша сильнейшая атака? Завались! Я думаю, это бесполезно. Чёрт! Но разве я был неправ? Ушио! А теперь ты! Маюка, ты в порядке? Да. Этот каменный столб — основа барьера. Мы должны защищать его, пока Хакумен не будет повержен. Маюка, нужно продержаться. Да. Тора! Я буду стараться изо всех сил. Сумако! Я тебя защищу! Умизато! Почему? Изо всех демонов ты ненавидел меня больше всего. Течение внутри океана. Порой переменные. Умизато! Все будет нормально! Кирио-кун, уходи, здесь опасно! Я ведь тоже из Кохамэй, так что это мой долг. Несмотря на то, что... Ничего. Мы должны перенаправить им свою духовную энергию и продолжить восстанавливать барьер. Сообщите об этом на островах. Да. Поддерживайте барьер. А я остановлю Кокуэн. Большое спасибо вам. Я рада, что мы сражаемся плечом к плечу, брат. Я тоже, Джун. Земля поглощает воду. Ты стала сильнее, Хиноба. Спасибо. Господин Шигура, остальное предоставьте мне. Делайте то, что попросил господин Нигира. Спасибо. Я зашла так далеко, и все же, все, что я могу, это помогать. Но вот что странно. Больше меня это не волнует. То, что я была разочарована тобой и тем копьем зверя, что выбрала тебя. Тогда меня это и правда бесило. И хоть я не истинная преемница копья, хоть я и не мужчина, я так, кто я есть! И зовут меня Сакимори Хинова! Слабый. Глупый. Слабый и глупый. Неужели ты думаешь, что сможешь победить меня? Я уверен, что нет. Потому что ты очень слаб.
Сколько бы ты ни пытался и не боролся во имя справедливости, все равно борешься за себя. Ты сам взял себя в заблуждение, потому что не понимаешь, насколько ты слаб. Вот каков ты на самом деле. Владелец копья. Ты должен